На телеканале «Юганск Новости». Здравствуйте, в студии Виктория Тимофеева. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Творог натуральный и не очень. Обращают ли внимание нефтеюганцы на состав молочной продукции? Сними наушники, возьми ребенка за руку. Водители Нефтеюганска размещают предупреждающие надписи перед пешеходными переходами. Лейтенант, повар и доктор. В городе завершилась последняя смена детского лагеря профессий. В наушниках опасно. Водители Нефтеюганска решили провести акцию «Трафарет». Перед пешеходными переходами они размещают надписи о самых важных моментах при пересечении зебры. К сожалению, наша съемочная группа увидела, призывы действуют не на всех. Нефтеюганские представители движения автомобилисты ХМАО вышли на тротуары с баллончиками и трафаретом. Водители устали. Мало того, что граждане переходят дорогу в неположенных местах, так еще и под музыку. Возможно, автомобиль может быть неисправен, водитель не может затормозить, ему нужно подать звуковой сигнал, а человек в наушниках, он просто не услышит, и случится ДТП. Когда ребенок бежит впереди родителей на зебре, это недопустимо, уверены водители. Вверх дорожного бескультурия проноситься по переходу на самокате или велосипеде. Не слазит с велосипеда и не катит его. То есть у меня есть даже сын, ему 3,5 года. То есть я его научил даже. Он у меня слазит из самоката, из велосипеда и переходит дорогу. Так что как бы и всех остальных детей мы хотим как бы предупредить чем-то, чтобы не было потом никаких последствий плачевных. Акцию «Трафарет» поддержали в ГИБДД. Если надписи помогут избежать хотя бы одного ДТП, уже прекрасный результат. Дети возвращаются в населенных пунктах, где даже как бы нет такого организованного движения. Многие позабывали элементарные правила, что нужно убедиться в безопасности, подъехать, сидеть, спешиться с велосипеда в первую очередь, снять наушники при переходе проезжей части. Проверяем действие надписи. Велосипедист Станислав Горкуша готовится переходить, слезая с велосипеда и сняв наушники. Но в силу слова на тротуаре все-таки не верит. Ну, нужен, но не вся молодежь так делает. Почему? Не знаю. Такая молодежь пошла. Правота Станислава подтверждается. Вот и сам перешел зебру пешком, и ребенок слез с самоката. Но в последние секунды зеленого неизвестный лихач пролетел на велосипеде. Такие и не читают на тротуарах. Автомобилисты обещают, будут ловить и беседовать. Наталья Платонова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Большая часть нефтеюганцев оценивает национальную ситуацию в городе как благополучную. Такие данные были озвучены на антитеррористической комиссии. Напомним, опрос на соответствующую тему регулярно проводят все муниципалитеты Югры. В Нефтеюганске более 60% респондентов ответили, что ситуация, связанная с национальностями и религиозными конфессиями, их не тревожит. Атмосферу в городе они оценивают как толерантную по отношению к представителям всех этносов. Руководитель местного ФСБ отметил, что эти данные можно считать объективными только в том случае, если в исследовании участвовали и сами мигранты. Кстати, по сравнению с прошлым годом, число приезжих из ближнего зарубежья несколько возросло. Больше всего мигрантов из Азербайджана. Далее в порядке убывания следуют граждане Киргизии, Дагестана и Казахстана. Молоко и растительный жир отдельно. В Югре стартовала горячая линия по вопросам правильной выкладки молокосодержащих продуктов в магазинах. Ее проводит окружной Роспотребнадзор во всех территориальных отделениях. Этим летом на витринах юганских магазинов появились новые ценники. Покупатель, глядя на них, может сразу определить, какая продукция сделана из настоящего молока, а какая из заменителя молочного жира. Такие продукты должны размещаться отдельно. Если вы увидели, что в каком-то магазине нарушают данный порядок, нужно обратиться в местный отдел Роспотребнадзора. Телефон вы видите на экране. Стоит отметить, что магазин классифицирует товар в соответствии с информацией, указанной на упаковке. Если производитель написал, что сметана или масло сделаны из сливок без добавления растительных жиров, то торговая точка принимает это за данность. Однако, как показывает опыт, производителю тоже не всегда можно верить. На что жители города смотрят в первую очередь при покупке продуктов? Верят ли этикеткам? Узнаем в рубрике «Юганск говорит». Где написано заменителем молочного жира или без? На прошлой неделе где-то видел, а в каком сейчас не помню. Да, было разделенное. Обращаю внимание, ну, теперь вот на этот ценник, и обращаю внимание на срок годности. Не видела, извиняюсь. А на что вы обращаете внимание, когда покупаете продукты в магазине? Дешевые, когда. Когда дешево там продают. А ни на что не обращаю внимания. Мы же пенсионеры, откуда мы по магазинам не бегаем? Да куда нам? Нам лишь бы молоко, хлеб купили, и хорошо. Натуральные они будут дороже, конечно, иметь. А
Если там состав там что-то добавлено, она не будет же дорого. И цены будут дорогие, потому что она натуральная. Ну, естественно, качество сначала. Я обращаю почему-то на цену, во-первых, да, а потом сравниваю, почему такой же фирмы разные ценники. То есть, ну, потом смотрю, что состав продукта. Бывало ли такое, что производитель вас обманывал? То есть в составе хорошие продукты? Конечно, сколько угодно. И по сметане, и по этому. Только смотря, каких производителей берешь. Угу. Надо проверенных брать, и все. Бывает, да, всяк. Ну, я не попадал, наверное, еще. Вы с какими продуктами? Так, молочные в основном. Молочные, детский йогурт. Молоко там. Бывает так иногда. Там пишут одно, а бывает другое. В детских оздоровительных лагерях завершилась третья смена. На протяжении 3 недель дети из Мастерграда изучали особенности различных профессий, а приобретенные навыки закрепляли в игровой форме. Подробнее в нашем сюжете. Школа профессии, азбука здоровья, уроки безопасности. Здесь место не только развлечениям. 120 воспитанников детского лагеря «Мастерград» узнали много нового и полезного. Ребята работали в творческих лабораториях, проводили мастер-классы, участвовали в акциях. Наш отряд представлял профессию военной. И мы должны были кратко, но емко описать, что это такое, какие бывают направленности в этом деле. Также после того, как прошло коллективно-творческое дело, надо будет, чтобы закрепить материал, который они усвоили за время урока, они бегают и играют. За успешное освоение образовательной программы дети получали местную валюту «Золотые таланты», а лучшие достигли статуса подмастерья и мастер. Мне здесь в лагере больше всего запомнились, как проводили разные отряды игры. Например, третий отряд проводил игры в День флага. Эта игра была направлена на то, чтобы увеличить наш кругозор. На протяжении 20 дней воспитанники третьего отряда усердно трудились над созданием уникальных футболок. Каждый день добавляли новые штрихи и вот на закрытии презентовали свое творение. Тему ИЗО мы не могли обойти в отряде стороной. У нас изначально появился флаг отряда, а потом детям было предложено разработать дизайн своих футболок. Футболки у нас носят общее название «Контент», а вот эмблема у каждого ребенка абсолютно своя, в зависимости от его предпочтений. Кто-то занимается футболом, кто-то хоккеем, кто-то поет и рисует. За эти 3 недели мастерградовцы создали органы местного самоуправления, выбрали главу, написали гимн и разработали флаг своего города. А также попробовали себя в журналистском деле, выпустив 2 газеты. И, конечно же, все познакомились с новыми профессиями. Красавчик. Галина Зорина, Рамиль Аскаров, телерадио, компания «Юганск». Сегодня в народе отмечается один из любимых летних праздников, который издревле отмечали на Руси – Медовый Спас. У этого праздника было и много других названий. Первый – Спас, Проводы лета, Маковей. Наиболее общеизвестным названием Медовый Спас обязан тому, что в это время начинался интенсивный сбор меда. С этого дня начинается довольно строгий, но короткий 2-недельный Успенский пост. Считается, что после Медового Спаса лето начинает отступать, погода становится более прохладной. Славяне по этому дню судили, теплым или холодным будет ближайший год. Породистые и не только. В центре Тюмени на площади сибирских кошек состоялся парад хвостатых. Кстати, выбор места был не случайным, ведь именно тюменские кошки спасли Эрмитаж от крыс во времена блокады Ленинграда. Далее в выпуске рубрика «Другие новости». Пушистые, ласковые, а порой своенравные. Уже много сотен лет кошки скрашивают жизнь человека. В Тюмени в честь усатых-полосатых провели парад. Главные герои здесь – кошки сибирской породы. Город даже увековечил их в памятниках. Пушистые красавицы заслужили такое признание благодаря тому, что после блокадного Ленинграда спасли Эрмитаж от полчищ мышей и крыс. Во время осады все местные коты погибли, и тогда из Тюмени в музей отправили более 230 сибирских кошек. Наши сибиряки их собрали. Здесь был у нас лагерь немецких военнопленных, номер 93, за рекой он был, на фанерокомбинате. Сделали специальные вольеры, из фанеры погрузили в вагон и доставили в Ленинград. Так что, если вы
будете в Эрмитаже, как я всем говорю, и вдруг из-за угла выйдет пушистый, это наш. Сибирские коты со своей задачей справились на отлично. По характеру сибиряки с очень крепкой нервной системой, то есть они хорошо переносят стрессы, они очень добронравны к людям, но при этом они охраняют свою территорию и от чужих кошек, и от собак, и, естественно, от крыс и мышей. В параде поучаствовала и кинозвезда по кличке Стивен. Он уже, получается, снимался в кино, и он играл роль того самого первого кота Амура, которого отправили, получается, из Тюмени в Ленинград. Это был, получается, короткометражный документальный фильм, который мы снимали со своей командой. Поэтому история всегда важна, и нужно помнить об этом. Сибирские кошки произошли от староперсидских и диких степных кошек и несут в себе признаки обеих пород. Летом они линяют и становятся короткошерстными, а к зиме снова превращаются в пушистых красавиц. Более 30 питомцев поучаствовали в параде, который чуть не подпортил сильный дождь. Впрочем, сибиряки перенесли его с невозмутимым спокойствием. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.